Впервые в истории российской круизной индустрии в порт Сочи пришел корабль такого класса. 12 палуб, 300 метров в длину, 2500 пассажиров. Раньше такие суда заходили на курорт только как плавучие гостиницы. Сегодня лайнер «Опера» привез в Сочи порядка 2000 иностранных туристов. То, что сегодня у нас еще получает старт и круизный туризм, это очень историческое событие. Оно прежде всего важно для нашей экономики. И то, что 72 часа дается возможность пребывание на территории города Сочи, значит, без виза, это тоже очень здорово, и это способствует развитию круизного туризма, который для нас, как вы понимаете, сегодня очень необходим, он дополнит все те возможности, которые у Сочи были до этого. Подготовка к этому круизу шла почти 2 года. Пока менеджеры согласовывали маршрут, строители провели масштабную реконструкцию самого лайнера. Добавили около 200 кают, различные зоны отдыха, несколько детских клубов для разных возрастов, а также любимое развлечение детей и взрослых – водный спрей-парк. Кстати, свое имя «Опера» лайнер получил не случайно. Его палубы названы в честь известных мировых опер, таких как «Отелло», «Аида» и «Турандот». Круиз проходит сразу по 5 морям – Черному, Мраморному, Эгейскому, Ионическому и Адриатическому. Я очень надеюсь, что это первый шаг, который положит начало длинному, успешному в этой области сотрудничеству. И мы каждый год сможем видеть корабли такого масштаба здесь, в Сочи. И я уверен в успехе, потому что, вот повторюсь, мировой факт, что отправление из родного порта – это является одной из очень весомых, чуть ли не главных вещей при выборе маршрута. И я уверен, что маршрут из Сочи станет новым хитом. И, видимо, уже стал. Сейчас продают лишь остатки билетов на конец августа, начало сентября. Планируется, что только за этот сезон в круиз может отправиться около 3500 российских туристов, а в порту Сочи сойдет порядка 12 тысяч иностранцев. Сегодня лайнер «Опера» покинет курорт и отправится в порт Стамбул. Заход этого лайнера в порт курорта открывает целую серию регулярных круизов из Сочи. Отныне каждые 2 недели в обновленном порту будут сходить пассажиры круизного лайнера «Опера». Последний в этом сезоне заход запланирован на 21 сентября. Галина Захарова, Борис Осин, телекомпания ФКТ.